Привет, народ. Мы вот в лес приехали с Сункой и Саяном. Вот Саян летит. Погода ужасная. Но снег начался сейчас утром только. В некоторых местах оврагом переезжал. Куница на следы видно было. Ну вот, заехал в один из участков. Здесь не брал еще ни разу, но следы видел, решил сюда приехать. Попробуем, походим. Видно, наверное, какой снег идет. Ну, камера, конечно, не передаст, какой он идет, но я думаю, но идет сильный относительно снег. Поищем куничку сейчас и попробуем поискать. Ну, пока вот прошел метров 250, наверное, от машины. Следа пока нету. Лиси вот попадается. Да если даже такой вот найти. Вот он, лисий. Такой найти и пошли бы, поискали. Ну, пока нет. Пока идем. Ну, собственно, что могу сказать. Саян, не знаю, кого-то в пол ветра, может, причуял. Вот дебри впереди. Может быть, с них кого-то выгнал. Вот я сколько за ним иду, иду, а он... 275 сейчас. В болоте там что-то крутит, крутит. Ну и, собственно, нашел я следок. Только пока не могу разобраться сюда. В какую сторону его практически не видно даже. Вот, наверное, навстречу получается, наверное, есть. Еле заметный. Но это с вечера. 100% с вечера. Ну, сейчас посмотрю. Ну нет, вот Саян, он и потянул, потянул, потянул. Интересно, куда, за кем и зачем? Гнездо здоровое какое, просто здоровое. Пойду хоть топором стукну по дереву, а вдруг? Ну вот эту куничку сейчас, раз других нет, придется пока по ней тогда идти. Вот. Нахожено. Сейчас попробую определить, в какую сторону. Ну, все-таки, наверное, туда, я думаю. Вот ун куда пошла. Возможно. Ну, наверное, да. Может, где-нибудь сейчас. Конечно, и срисуется добром. Ну, пойду пока. Наверное, все-таки в ту сторону. Вот вышел, дебри перешла на куниц и вышла вот сюда, на такое вот местечко. Вот я пересек, вот еще один попался, вроде посвежее. Вот получается тот след, подзаметенный сильнее. Вот уже посвежее след в ту сторону. Тут вот еще один след. Получается, вот уже назад, в ту сторону. Не знаю. Но здесь, получается, и лес крайне далеко. Вот внизу уже, получается, ручей. Может быть, и где-то здесь. Похожу, поброжу, посмотрю. Ну, в принципе, можно сказать, что я не прошел. Унка опять мне первый это выписывает. Давай, давай, точно давай. Тут натоптано-то много было, возможно, и одна и та же. И уже почти свежие следы. Вот дуплянка хорошая стоит.
Вот, наверное, кстати, тоже дупло, может, нахожено просто, не знаю. Тут я вроде бы следов подхода не вижу. А может, вот это и есть дупло, вот сломанный, кто знает. Ищи. Давай, доча, давай. Ищи. Ага. Ну вот, дупло. А возможно, не дупло, а отдушина. Так, ну проверяем. Ну вот, получается, бегает опять. Дупло-то сверху есть, вот. Может быть, и куничка есть. Унащищи, то чаще. Не просто так же она туда рыпается. Видит она, вот наверх смотрит. Вот опять. Давай, хорошо. Хорошо, давай. Ищи. Умница, давай, малышенька, давай. Хорошо. Хорошо, малышка, хорошо. Ищи. Вот там, где я вышел, тоже мне попалось одно дупло, прям такое хорошее. И по ней бревно там есть как. Типа на заход. Прям есть такая валежина и прям к дуплу. Дупло тоже с отдушиной. Вот раз. Там понюхает. Тут понюхает. Так, ну давайте проверим. Права ли уна была или нет. Что-то мечется кругами. Ищет, пусть ищет. Ищи, доча, ищи. Вот, подсадил ее, вот это дуплышко дал ей понюхать. И она три раза уже туда залазила. Уна, давай ищи, доча. Ищи, доченька, ищи. Малыша, ищи. Пусть сейчас проверим. Может, дымну сейчас. Ну, тут хороший дупло вот это. Опять наверху и поскуливает. О, тянется туда, к дырке, к этой опять. Назрежками своими. Уныч. Давай, доча, давай. Ищи, доча, ищи. Ищи. Давай, ищи. Ищи, малыша. Ну вот, Саян пришел. Глубокое дупло. Чуть ли не до низу, походу. Ищи. Тут Саян, тут. Старый волчар у нас. О. Тут, скажи, тут. Вот только не свалила бы она еще. Дымилку кинул, что-то не разгорится никак. Ищи, Саян, ищи. Что ж, дубль два? Мужики, короче, кинул дымилку я туда. Куница не выходит. Можно подумать, что ее здесь нет. А она здесь есть. Объясняю. Вот палочку сунул. А на конце волосики у палочки. Видите как? Первая дымилка не сработала, потому что куница ее потушила. Так что еще немножко, значит, нужно прорубить. Либо чуть ниже. Что-то собаки куда-то разбежались у меня все. Вот она. Я что ж думаю сначала, что это?
А вот волосы. На, вот на палке волосы. Я еще раз убрал сначала, думаю, может что, перепутал я. Нет, ничего я не перепутал. А здесь орешника еще нет нигде. Сломал кленовый прутик. Сломал кленовый прутик. Он так не гнется. Можно было бы ее намотать и вытащить живьем. Где собаки-то? Саян 250. 260, Уна 40. Надо кого-нибудь позвать. Уну, конечно, желательно. Саян 270 опять куда-то стартанул. Вот. Ну, попробую сейчас, конечно, еще. Вот с другой стороны прорубил. Вон еще сколько там вниз. Блин, не видно. А, во. Вон еще вниз сколько. Еще с метр. Тут не видно уже вверх. Но места капец много. Ну, помучаемся еще пока. Ну вот, Саян опять пришел. Прорубил вторую. Саян пришел опять нюхтить. Ищи, Саянчик, ищи. Ищи, сынок, ищи. Вот еще дуплянка хорошая, прям вообще отличная. Вот дупло по всей тоже. Может, тут где просто налазило. Не пойму. Ну нет, вот интересно, есть он все равно опять вот подошел. Здорово! Поезд. Ну что, Саяныч, делать-то? Я не знаю. А он как к ним пристает. Уна, ружье уронишь. Вот смотрит тут где-то, да, говорит. Может, тут сюда выше еще есть? Если только, я не знаю. Без понятия. Интерес есть, как будто бы она там находится. Я ничего не видал. Шмыгаю, шмыгаю здесь палками. Саян уже вообще не отходит. Сую вот. Раз. Нету никого. Вот так деревце немножко припустил. А тут хера как вверху. Не знаю, тут большая, не знаю, нет. Расщелина. Не знаю, пока никого не вижу. Работы. Вот, ребят, фишка, о которой я знал. И уже, короче, я влетал на такую фишку. Куница здесь, это однозначно. Она находится вот в этом промежутке, вот от сучка и сюда. Вот, уна уже пищит, скулит. Куница здесь. Лишь бы голос дала. Брехни, брехни, уна. Здесь в сучке есть отдушина. Поэтому куница не вылезет из дыма никогда. Просто нос туда высунул и все. Все. Саян где, не знаю. Навигатор я отключил пока. Чтоб не сажать попусту. Все равно на одном месте. Ну все, вызволяем госпожу. Сейчас прутом оттуда, прям ширну с дупла, с верхнего. А вон Саян ходит. Да, тут она, все, 100%. Вот вторая куничка уны. Я здесь просто стояла, она сразу раз.
и заинтересовалась. Ну все, выгоняю. Камер жалко нет, экшн камер. Я бы сейчас показал этот процесс. Давай, Юна, давай. Саян, вот она! Вот она! Вот она, Саян! Саян! Позову сейчас его, пускай он еще понюхает. Вот ищи! Ищи, вот ищи! Ищи, вот ищи! Иди сюда! Пыщи! Вон пыщи там! Вот пыщи, иди сюда! Вот ищи! Ищи! Стоял! Вот, иди сюда! Вот! Иди сюда! Вот! Ищи! Тут! 100%! Ладно, ребята, отключусь пока, чтобы не профукать ее. Тут она. Прям 100 пудов. Все, эта реакция даже не обсуждается, собак. Здесь. Вон он слышит ее уже. Фырчит даже. Может, я ей прутом там заткнул, она не может вылезти. Так я сейчас туда посвечу. Так, здесь пока не вижу. Что-то пока и тут не вижу. Не перешла ли она у нас? Она здесь однозначно. Может, выше этого прута, куста, то есть сучка, точнее. Вон, и Саян уже скулит у меня здесь. И Уна вон. А голос-то что не даете? Может, где-нибудь отвод есть какой-то. Тут вот, может, где. Но она здесь. Это прям 100%. Саян уж готов и брехнуть, а никак все не развяжется. Вон он что. Она, может быть, ниже сюда уже сошла. Я сейчас туда обухом совал. И мне кажется, как она фыркнула там. Ну и что? У дизанца кусит. Тут она. Так, отключаюсь. Хорошо, Саян, хорошо. Давай. Молодец, малыш мой, молодец. Хотят Саяна голоса дождаться. Не на зрячку, сложно. Намотал на пруты. Отцепился, наверное. Ага, тут она. Живем не буду брать сейчас. Девчонке показать. Вот она. Вот здесь, получается. Вот отдушин сучок. А ее здесь даже вон и не видно. А она вот тут где-то. От сучка. Ага. Давай, Уна, смотри. Эх, намотал шерсть. Ну, тут. Какой настырный. Но шерсть длинная. Возможно, и каменка, конечно. Процентов почему-то 80 я этому отдаю. Ладно, мужики, чтобы не профукать, буду вытаскивать.
Вытаскивай, вон, вон, вот, вот она, вон, вот, вот, уна. Сэн, вот она. Белая, что ли? Или нет? Че ж, я заморож и замотал. Ладно, сейчас отключусь пока. Давай, 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 давай. Прутом ее шугнул. Вон как сандалит. Вон она, Сань, вон. Уна, уна, вон, уна. Ко мне спрыгнула. Пойду брать. Все, ребятки. Вот. Темная кошечка. Ну, понятное дело, жалко, что кошечка. Вот. Красотулька. Вот как унка ее пресекла. Умница вообще. Уна, уна. На, на. Ну, твоя, твоя. Показывал, показывал опять. Верхом так. Не захотела она смотреть. Как садила на все деньги. Ой, долго мы с ней промучились. А вот так вот, с одной стороны, сейчас дымнул бы. Ну, нет и нет. Но вот он все равно опять лезл. Саян пришел. Тоже показал, что тут она. Так, ну все. Кто досмотрел, спасибо. Всем пока, ребят. До новых встреч. Ну, Саян, прям надо было тебе кадр испортить. Пока, мужики.